Еще есть Паша, он готовит еду для нас. Чтобы мы могли покушать. Вот, мы рады приветствовать вас на фестивале Сяйва. Вот, сейчас мы делаем несколько традиционных обрядовых действий. Вот, жертвоприношение не входит в их... Уже принесли вчера? Да, все, да. Будет обед. Да, да. Паша готовит. Что? Паша готовит. Вертного барашка. Мы начинаем нашу. Прежде чем мы откроем фестиваль, давайте сначала поприветствуем друг друга. Приветствуем, традиционно приветствуем. Рядом всегда есть знакомый. Рядом всегда есть люди, которые тебе знакомы. Но с другой стороны, ты можешь увидеть человека, который тебе не знаком. Вы протягиваете руку вперед. Вот. И мы сейчас пойдем на движение. Здороваешься, представляешься, знаешь, как зовут. Потом ты делаешь по... На 76 человек. А 78, 79, 80.
друзья, мы сейчас с вами споем общий звук. Все знают, что такое общий звук? Нет. Общий звук мы сейчас начнем звучать, мы будем запускать этот звук, начнем с Ромы, он тихонечко, громче. И у нас создастся такая звуковая волна, которую мы запустим вверх. И откроем небо, солнце будет нам взять. Падает. Да, я на спине делаю, засунула голову. Давайте, у него тоже руки, вон отсюда. У меня! Ищите Оликса! Ищите вас! Да, конечно, нужно, да! Что делать время дождя? Раздеваться и танцевать? Это ответ. Смотрите, у нас есть программа. Как все будет происходить? На каждой полянке в определенное время есть мастер. Да? Вы приходите и смотрите, нравится вам, не нравится, участвует, не участвует. Если вы чувствуете, что какие-то темы из психологии сегодня не для вас, то вы идете там, да, на этнические инструменты. Если не этнические инструменты, можно идти на какую-то другую поляну. Мастера, большинство мастеров будут все 4 дня. Некоторые мастера в силу там, каких-то причин будут завтра, часть из них будет в субботу. Да? Но в основном основная масса мастеров будет работать все 4 дня, можно всех увидеть, со всеми пообщаться, со всеми взаимодействовать. Вечером у нас концерт. Общий джем сегодня, фестиваль, завтра. Кто я выступаю, да? Каяра, Аяваска. Да. А в субботу выступает Харизма, два дерева уже здесь. Два дерева. Два дерева поют на южной поляне. И как вы заполнили наш сакральный жест? Да. Окей, да, есть, только вместе. Ай! Ай! Хорошего фестиваля, родные! Спасибо!